Спонсор канала – компания Thermal Take. Thermal Take – игра еще легче. Всем привет, я Олеся, и это Технокухня. Процессор RX8320, несмотря на то, что он 8-потоковый, 16 мегабайт кэша и частотой 3,5 ГГц на каждое ядро, все же слабый. Его нужно разгонять, иначе в некоторых тестах видеокарта не покажет и 70% от того, на что она способна. А уж в танках и армии сам Бог велел. Так что перезагружайте ваш компьютер, входите в BIOS и погнали. Сказать честно, мы думали, что разгонять процессоры AMD труднее, чем Intel. На деле же также проще простого. Итак, у нас RX8320, номинальная частота 3500, шина 200, множитель 17,5. Как разгонять такой процессор? Да очень просто. Ставьте множитель на 22, напряжение на процессоре 1,5 вольт, выходите, сохраняя измененные параметры. 4400 МГц частота. С ней компьютер скорее всего загрузится. Не грузится, снижайте множитель и грузитесь на 4000 МГц. В любом случае, после загрузки запускайте LeanPack. Программа в описании к видео. Гоняйте процессор на стабильность. Лучшие экземпляры RX8320 разгоняются до 5 ГГц и выше. Наш экземпляр стабильно заработал на 4,5 ГГц. Прибавка в 1 ГГц на каждое ядро – это круто. RX8320 – процессор не горячий, даже в разгоне. И его охладит любой кулер Zalman из ценовой категории и дороже 900 рублей. Разгоняйте свой AMD процессор, чтобы хоть как-то обеспечить поддержку видеокарте. С вами была Олеся, всем пока-пока.